Особый праздник, когда настоящая ценность не в размахе мероприятий, а в состоянии души. Когда сердце просит не сказать побольше, а напротив, помолчать или написать. Например, как это делали раньше. Трогательные слова на открытке, изготовленной своими руками. Пусть даже незнакомому адресату, но тому, кто точно радуется вместе с тобой великой победе. Чуду, которое 77 лет назад общими усилиями смогли, совершили. Здравствуйте, мы бы хотели вас поздравить с наступающим 9 мая. Это вам открытки от учеников города Слободского. Спасибо. Спасибо большое. Очень спасибо, мы вам благодарны. Очень красивые, передайте им спасибо. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. На городских улицах волонтеры создают праздничное настроение слобожанам таким вот, в сущности, простым способом. Открытки, подготовленные школьниками нашего города. Все школы города приняли участие в данной акции. По планам у нас сегодня подарить жителям города около 300 открыток. Надеемся, что все будут довольны, счастливы. Праздник единения, гордости, веры в лучшее, благодарности тем, кто воевал на фронтах Великой Отечественной, приближал победу своим трудовым подвигом, был блокадником, участником сопротивления или ребенком войны, тем, кто выстоял и кто отдал жизнь за мирное небо над нашей землей. Люди все радуются, благодарят нас, желают хорошего дня.